В Новочебоксарской спортивной школе Олимпийского резерва номер 3 занятия пока продолжаются. Однако, если в тренировках нужно будет сделать паузу, руководство воспользуется этим, чтобы начать масштабный ремонт в залах. На него из республиканского бюджета выделили 132 миллиона рублей. Здание спортшколы Олимпийского резерва номер 3 в Новочебоксарске построили 40 лет назад. Сейчас обновления требуют зала для настольного тенниса, борьбы, бокса и волейбола. Каждый материал имеет свой срок эксплуатации, поэтому стеновые панели и оконные блоки, сделанные из алюминиевого профиля, тоже устарели. Полиуретан, который ранее химпром нам помогал утеплять, пришел уже, непригодность. В спортшколе профессионально занимаются 800 спортсменов. Кроме того, горожане ходят сюда на фитнес-программы и в бассейн. После уточнения республиканского бюджета на ремонт школе выделили 132 миллиона рублей. Освоить их нужно в этом году. Если ситуация с коронавирусом не будет усугубляться, тренировки останавливать не планируют. В этом случае ремонт проведут поэтапно, без ущерба для занятий.